двигатель 2,4 бензиновый, 95 лошадиная сила. Механическая коробка передач. Задний привод. Машина 1972 года выпуска. Новое сердце. Все не мог решиться на замену двигателя, но мысли о малом ресурсе родного и предчувствие его капитального ремонта заставили начать поиск нового мотора 24D. Увидев этот экземпляр, сразу влюбился. Салон уехал на восстановление, донор готов к смене двигателя, все запчасти куплены. Вышли на финишную прямую. Отполировал хром. В выходные поездил по области, обзавелся кое-какими запчастями. У приятеля нашел необычный руль от 21-й Волги, впервые вижу такой клаксон на руле. Получил долгожданную посылку от друзей из Германии, а любимая порадовала подарком, в общем, хорошие выходные. Начистил кнопочки. Откапиталил двигатель, можно красить. Обновка. Новые туманки. Новые полуклыки. Ну вот, покраска почти завершена. Цвет подобрали один в один как заводской, смотрится обалденно. Вчера отвез в сервис для установки мотора. Наверное, это будет самая долгожданная, но и самая тяжелая в работе машина. В процессе работы с кузовом никаких сварных работ производить не пришлось, было только установлено одно новое переднее крыло, но найдено и восстановлено много редких первосерийных деталей. Мотор на месте. Поставили мотор, скоро будем заводить. Купил серые карты 1970 года, без вырезов под пепельницы, сами пепельницы, раннее зеркало на правую дверь, донора для салона, раннее салонное зеркало на трех болтиках. Машина уже с двигателем вернулась в мастерскую. Было трудно, но результат стоит того. Еще одна редкость. Купил белый руль. Миф уничтожен, белый руль был. Куплен у бывшего работника завода ГАЗ. Честно признался, что спер под фуфайкой. Коврик 1969 года. Кузов покрашен и собран, декоративные элементы покрыты хромом заново, ткань готова. Начинаю окончательную сборку. Наконец-то я дождался этого момента. Машина уже давно готова, а ткани все не было, но ожидание стоило того. Какая красивая получилась ткань. Новый потолок. Уважаемые владельцы Волк, как вы думаете, будет ли спрос на потолочную ткань? Кто нуждается в новой оригинальной обивке потолка? Долгожданный салон. Шил салон из своей ткани. Вроде очень хорошо получилось, не могу оценить в полной мере, так как машина стоит в подземном гараже и света там мало. Так что буду ждать весны. А там уж в гараже поставлю хром и остальные мелочи.
поставил новый хром.